Que você sabia que a vida é tão boa. Se tá de mim, perdoa. Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa, boa. Se tá de mim, perdoa. Trago desencanto de amor de tantos pela madrugada. Se tá de mim, perdoa. Eu vim, eu sou cansado. Thank you.
Дякую. Наташ, це, після твого соло цифра С. Там же, напевно, треба не падати, а вже на форте. Ні, наоборот. Упасть наоборот, надо, да? Наоборот, вже м'яко, да. Да? Да. Тоді, Саня, чуть-чуть ще... надо упасть. Да, да, потому что там две контрастные части. На его соло? Там... На соло? Нет, после. Не на мою соло, а после, на выход. Смотри. А на выход, да. Да. То есть такая вокальная, вот часть, как бы, часть, первая, да, часть, ага, идет, да, чуть-чуть тише, а вторая... Я просто заранее разумею, я наоборот думал попробовать форте, но оно так, я понятно. Тоже попробовал сейчас. Один, а для этих тычек оно плохо. Значит, тогда треба поставить там пьяным, и тогда точно не забудем, да, Саша? Да. Ну да, потому что второй раз уже... За вторым разом, да, чуть-чуть, да, уровень, да, поднять. И кода, вот останется частинка, первый раз пьяно, а другой раз тоже форте, да? Нет. Ну, за другим разом, як ти граєш от цю штучку на другу вольту, теж вже голосніше трошки заграти, правда? Та ні, не особо, ні. Разве що саме мало. Ні, не особо. Не надо, вона там наверх йде, ні, там більш-менш. Давай ще раз. Це вже нежна, давай.
лица и стакан саду чисофре. Encontra o coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém. Почали її грати, і вони привнесли в неї дуже багато різних цікавих речей. І це вже стало, напевно, така світова культура. Вже не стільки бразильська музика, а скільки світова музика, тому що її грають і в Україні, і в інших країнах, і в Європі, і в Америці. Ездят и в Бразилию, и также танцуют вот эти это, или танцы, или борьба, кто как называет, капоэра. Вот, и вот сегодня песню, которую мы исполняли, «Deixa vida acontecer», «Deixa acontecer», короткое название, это слова ее. Разговаривать нужно разговаривать, нужно гораздо больше уделять времени языку. Еще пока я училась,
музыкальном училище в Киеве, мне попался диск Тани Марии. Она живет во Франции, но это бразильянка, которая, у нее очень много дисков, большая дискография, она потрясающая, потрясающая пианистка, композитор, певица. У нее голос словно мед. Вот, источник меда. Вот. И я просто влюбилась во все, что она делает. И как бы это был старт. Я начала сутками слушать ее альбомы, переспивывать, все снимать, петь по возможности, насколько это было возможно, потому что сложный язык, переводить. Ну, когда ты в нем уже начинаешь разбираться, ты уже понимаешь все тонкости и нюансы, но сначала сложно. Вот. И дальше пошло, дальше. То есть у меня открылась для меня бразильская музыка именно с Таней Марией, а потом уже Антонио Карлос Жобим и там Каэтано Велозу, и Жоао Боску, и все остальные. Потом я открыла для себя потрясающую исполнительницу. На самом деле, наверное, благодаря альбому мне этот переписала Наталья Лебедева, альбом Марии Жоао. Вот. Вторая такая звездочка, которая меня вдохновила. Очень привлекает в этой музыке. Это, конечно, сумасшедший ритм, сумасшедший грув. Опять-таки, там есть свои законы слабых долей, но кажется, что можно и так, и так, и так, и такой вариант. И то есть, всевозможное вот это движение в песне перкуссийное, когда столько одновременно играет ударных инструментов. Конечно, ритм, то есть совершенно грув, он строится на определенных вещах, вот. Он строится на сурду, вот, это основной грув, ну, а плюс там различные рисунки ритмические. Сурда, это такой
такой барабан большой, на котором играют основную партию. В латиноамериканской музыке называется клаве, а здесь эта партия связана именно с этим инструментом. Играется басовая партия, как риф. Отсюда и название инструмента, и самого рифа. Я думаю, что в Украине играют больше 100%, чем в Польше. Знаю, что в Польше как-то меньше любят самбу. Видимо, особенности темперамента как-то сказываются украинского. Ну, по крайней мере, я думаю, что любой музыкант, уважающий себя, должен знать как минимум какие-то бразильские стандарты, должен попробовать их сыграть и почувствовать это искушение, когда ты дышишь чуть-чуть по-другому, не так? В свинговой музыке, вот, там другие основы грува. И мне кажется, что это такое искушение своего рода, то есть нужно это попробовать. Дякую.
наша сучасна музика десь в якійсь мірі трошки недорозвинута, тому що це пов'язано просто з ситуацією, в якій ми живемо. Може, від якихось інших речей, економічних, але насправді наша музика, вона близька до італійської, вона близька до бразильської, в ній багато ще інших речей. Просто треба, напевно, бути активнішим музикантом, в тому розумінні. І там немає якихось таких канонів, які не можна порушувати, яких не можна переходити. Ця музика відкрита, як і люба народна музика, тільки бери і експериментуй. Якщо наші музиканти, а в нас є добрі музиканти, якщо вони більше будуть експериментувати з народною музикою, то з'являться якісь такі цікаві речі, які зачеплять інші культури. І, можливо, і музика збагатиться від того, і може з'являться якісь нові тенденції, нові речі, які, може, не були в тій музиці. Ми для себе відкриємо щось нове і себе побачимо по-іншому. Дякую.